Давайте на этом видеокарте вам покажу, как этот самый нетбук включить в Windows Vista на Business 32 бита версия, она, которая, может быть, была хорошо работала на этот нетбук, который модель из Америки. Давайте-ка попробуем этот модель в каждый день на этом дне. Пошли, включили нетбук, и через 3, 2, 1.